Всем привет-привет, с вами Флешка, и это женские игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Project Ozon. И у меня сегодня планы угараны, ну, возможно, и угараны, посмотрим. Сейчас вам оглашу весь списочек. Итак, у нас есть ветка с Open, вот здесь вот, Immersive Technologies, вот, Open Modular Turrets. Целое ветвище, это куча заданий с сумочками. Вот, у меня план есть. Сначала мы делаем ветку, а потом мы делаем ачивку, потому что у нас есть ачивка использовать Railgun из Open Modular Turrets. Я, честно говоря, подумала, что это Railgun из Immersive Engineers, и уже даже его чуть ли не сделала. Ну, в общем, чтобы убить какого-то из боссов, то есть Эндер-дракона, Визера или Хаос-дракона. С Визером я сомневаюсь, что прокатит. Хотя, если его в хорошую коробочку засунуть, то, типа, можно. Вот, с Хаос-драконом тоже. И мне показалось, что убивать Эндер-дракона просто ручками, мечом, это будет слишком нечестно, потому что, ну, два удара как-то вообще по птичке... Печально. Так что я решила, что я буду разделываться только с эндерменами, а моя пиу-пиу будет убивать дракона. Поэтому нам надо сделать эту веточку. Наверное, это растянется на несколько серий, потому что крафта много. Но посмотрим, посмотрим. Ну что ж, поехали. Поехали. Нам надо ворваться в эту ветку. Меня радует количество заданий. Вот это последнее наш Railgun, к чему мы стремимся. Давайте зайдем. В open. Бамбуки у меня дальше растут. Когда вырастут, покажу, что я хотела показать. Open modular. А вот здесь, собственно, это весь мод. И походу по заданиям нам надо скрафтить все. Я надеюсь, что вот этой штуковиной терпи. А у него практически у всего есть EMC-шка. Даже у апгрейдов и у составляющих вещей тоже есть EMC-шка, и это очень-очень-очень хорошо. Ну что ж, поехали. Нам надо сделать самую обычную турельку, диспозал. Она у нас стреляет, сейчас я вам скажу, она у нас стреляет вообще любыми блоками, насколько я поняла из обзоров. И вообще она такая неприхотливая, знаете... Знаете, мне не хватает столика. Вот, серьезно, мне так его не хватает. Вот в ручках не хватает, чтобы я могла... Ох, передать вам не могу. Давайте это выучим. Не знаю, зачем. Но пускай будет. Это в систему кидаем. И... Та-дам! А что тебе не хватило-то? Серьезно? Мой Plight Energistic меня троллит. Маленько так троллит, но троллит. Вот... И вот так вот. Та-дам! Та-дам! Знаете, было бы еще кого побить, я вот прям не знаю. Задание у меня должно быть уже засчитанным. Ей! Будем копить сумочки, потом в конце все откроем. Ну, перед драконом. Следующее мне предлагают сделать для нее базу. Это Base Turret первого тира и Hard Wall, Tier 1. А зачем нам Hard Wall? А зачем? Я что-то не понимаю прикола в этих стенах. Ну, я понимаю, что она типа непробиваемая. Еще вот эти решетки очень клевые. Они этим электричеством дерутся. Это просто бомба. И, собственно, база под турельку первого уровня. Делаем ей сенсор. Сенсор, наверное, позволяет им детектить врагов. Они все самонаводящиеся. И это очень круто. И к этой штуковине еще можно сделать вот такую заводную штучку. Я не знаю, сейчас попробуем. Поставим эту базу. Да. На нее поставим турельку. Вот так вот, с шифтом надо поставить. Возьму ручку. Ручку, я сказала. И, наверное, с шифтом. Смотрите. Это заводной пистолетик, вот серьезно. И смотрите, сколько я тут... Фу, да я прям мастер RF-накручивания. Можно радиус поменять, кажется, до 9 максимум. Снять турельку, снять базу. Конфигурейт. О, можно настроить. Не атаковать нейтральных, окей. И можно еще добавить избранных этих...
пользователь, ну, если вы играете на сервере, чтобы там не стреляло в своих, например. Давайте возьмем Safari на эту какую-то. Safari на эту кого призовем? У меня есть пустая Safari на эту. Давайте кого-то тут стыбзим. Кто у нас тут самый? Вот, зомбачок. А, еще надо дать, чем стрелять. Я, наверное, закину... Я не знаю, будет ли каблой стрелять. А, кабу. Потому что там про амуницию ничего не пишет. Давайте еще раз внимательно нам посмотрим на нее. Амо. Any block. Видите, ammo type, any block. Она будет наносить по одному сердечку. И она достаточно медленная. Ой. Вот всегда так. На базу надо наводиться. Давайте дадим ей это. И выпустим зомбача. Видите, как медленно. Но убивает. Все, иди сюда. Ты у нас подопытный кролик. И снимаем базу. Drop turret, drop base. Все отлично. Все дропнулось. Только ручка осталась. Поэкспериментируем сегодня. Эксперименты. Мне нравятся эксперименты, а вам? Итак, задание мы выполнили. Замечательно. Забираем еще одну сумочку. Почему вы не стакаетесь? Ты тоже бейсик. Следующее у нас задание. Нам надо сделать, вообще, во-первых, стенку второго уровня. Стенка второго уровня делается из стенки первого уровня и стоуна. Серьезно? Окей. Это еще та матрешка. Вот такие. Вот точно. Вот как компресснутая кабла или там вот это Angel Steel. Все. Я теперь знаю, как называть эти рецепты. Это рецепты матрешки. Вот. Однозначно. Записывайте мои умные мысли, если они умные. И нам надо сделать turret base второго уровня. У нее уже будут слоты под апгрейды. О, она использует basic capacitor. Ух ты. Окей, нам нужны вот эти IO штучки. IO bus bus. И что еще надо? И надо сенсор второго уровня. А? Для этого надо сенсор первого уровня. Да держи целый стек. И сейчас вот так сделаем. Ну, стек не получился. Потому что вот этих надо стек, да? Ой. У флешки что-то заканчивается. Не. Остановиться. Вот так вот. Много этих штук. И теперь делаем... Нам нужен basic капаститор. И вот таких вот. Накидаем в систему. Вот так. И вот так. Она уже сможет хранить в себе энергии побольше. Это раз. Во-вторых, она покруче будет. Это два. Ну, все, что следующий уровень, это круче. Вам не кажется? И давайте к ней сделаем... На ней пишут, что она может на себе держать. Кажется, нет. Но чисто логически предположим, что следующая стрелялка это у нас Potato Cannon. Potato Cannon. Окей. Мне уже нравится. Мне уже нравится название. Почему ты не подтягиваешь этих штук? Potato Cannon. Давайте сделаем. Это будет весело. У нее урон уже полтора сердечка. Смотрите, какая жесть. Полтора сердечка. Да, она тут всех заовнит прям вообще. И давайте поставим эту красавицу. Может, нам какого-то капаситора? Капаситор. У нас есть Vibrant. Давайте я его немножечко подзаряжу. Будем им пользоваться. Я вот не знаю, что к дракону нести. Думаю, что тоже какой-то Vibrant капаситор будет хорошо. Ну что, зарядился? Я думаю, с тебя хватит, да? Умничка моя. Здесь сделаю ямку. Здесь будет стоять Vibrant Capacitor. На него ставим базу. На него Potato Gun. Лень бежать к этому. Так что возьмем отсюда потейты. Зачем столько много, я не знаю. Но все же. Слоты под апгрейды уже есть. Так, это видим. Конфигурация, короче, та же. Каждую, блин, отдельно надо настраивать. Не знаю, было бы прикольно, если бы настройки как-то можно было переносить по шаблончику или еще что-то. Ну, Mozilla.
Звук очень прикольный. Такой, знаете, специфический именно для potato gun, кто когда-то слышал, как оно стреляет. Я только как бы в режиме онлайн это все видела. К сожалению, мне не посчастливилось видеть эту замечательную штуковину в реальной жизни. Очень бы хотела, вот так скажу. Окей, поехали дальше. Задание выполнено. И дальше нам предлагают сделать турет-базу третьего уровня, такую золотистенькую. У нас ничего на это нет. Нам предлагают сделать иубасы еще. А что у меня нет на эти иубасы? Голд? Серьезно? Окей. Это без проблем. Это, кстати, все EMC, которое есть в этом столике, это я... Что я делала? Я, кажется, в Твилайте немножечко шарилась. Вот, вот, что я делала. И просто все, что находила, что мне не казалось интересным, скидывала в столик. И вот так как-то получилось. Это есть. Теперь нам нужна сенсор третьего уровня. Он уже с темной сталью делается. Давайте сделаем их побольше, потому что 100% они будут, знаете, перекрафчиваться в следующий уровень. И также нам нужен капаситор. Капаситор. Вытянуть тебя отсюда. Капаситор. Vibrant и Basic. У меня нет обычного капаситора. Seriously? Там вторые, кажется, идут. Вот, это уже капаситор. Давайте его выучим так, чтобы было. Чтобы было, чтобы мы уже к этому не возвращались. И делаем эту штуковину. Ты еще не подхватываешься. Окей. Третьего уровня база. У нее уже еще больше вместительность энергии. Это просто замечательное. И к ней... А, Hardened Wall третьего уровня. Вы знаете, эта стена размножается. Вы понимаете, что там чуть-чуть добавляется других блоков, и она становится сильнее, и уже с 5 делаешь опять 16. То есть в 3 раза каждый раз умножается. Это прекрасно. Я думала, что придется дотягивать. О, уже грейтер сумочку дают. Няшненько. И ган турет. Пистолетная турелька, или как это перевести, я не знаю. У нас это осталось неизменно, но чембер, это, я даже не знаю, как это назвать. А чего тебе не хватает? Вот такой деревянной не хватает? Да держи. Да хоть стек. Как всегда. Давайте несколько сделаем. И нужны баррели. Я так понимаю, что это... То ли дуло, то ли что. Ну, похоже на дуло пистолета. Вам не похоже? Мне похоже. Еще и крафты такие. У меня еще... У меня кабла кончилась. У-ху! Дожились. У флешки кончилась кабла. Сейчас будем из EMC тянуть каблушку. И надо почитать, чем она стреляет. Она уже стреляет пулями. Все, мы уже приехали к пулям. Вот, собственно, самые обычные пули. Это у нас электрика. Электрическая сталь, я вам... Ну, зато целый стек делает. Знаете, это можно простить. Хорошо. Все, прощаю. Но зато basic сумочку дали. Вот за это простить нельзя. Ставим нашу турельку. Точнее, ставим базу. Ставим турельку. Запихиваем в нее амуницию. Отлично. И выпускаем нашего подопытного. Давайте еще одного. Иди сюда. Давайте еще одного, потому что я не успела насладиться моментом. Долго. Это какой-то толстый зомби был, или мне показалось? Долго, достаточно долго. Так, я набрала тут новых желающих поиспытывать. Дроп турельку, дроп базу. Отлично. Это тоже прекрасно. Потом это все надо будет в систему закинуть. Ну, вы поняли, в столик. Чтобы изучить. Поехали дальше. У нас есть база четвертого уровня. Такая алмазненькая. Здесь уже просят Vibrant этот. И его у меня нет. Да вы шутите? Vibrant есть у меня.
Что вы? Соляриум просят. Вот это. Соляриум. Это уже покруче. Знаете, если вот без столика делать, то да ну нафиг. И нам нужен сенсор 4 уровня. Берем опять предыдущий и перекрафчиваем. Но уже с соляриумом. Я думаю, что для следующей тоже надо будет. И shift-click. Та-дам! Чем вы меня порадуете? Еще же стенку надо 4 уровня сделать. Это уже с чем? С незербриками. Окей. Незербрики. Мои огороды умудряются забивать даже вот эту систему. Вот серьезно. Мои огороды просто суровые и беспощадные. Я тут думала на тему просейки, потому что ее надо автоматизировать. У меня есть одна идея. Пока что идея у меня вызревает в голове как идея для стрима, но будем посмотреть. Напишите, как вы к этому относитесь. Дальше. Мне дальше надо сделать flame bullet at incendiary. Поджигающая, что ли? Поджигающая пушка, походу. И сюда нужны вот эти стволы. Будем это называть стволами. Хотя, на первый взгляд, они мне показались как обоймы. Вот. И Blazing Clay. Blazing Clay, оно стреляет Blazing Clay. Смотрите, какой крафт интересный. Ни редстоуна у флешечки не осталось. Ничегошеньки. И клей тоже. Все съели какие-то мыши. Мывки. Мывки съели у меня все. Вроде бы и база, и система забита, и... Это хорошо, что сейчас дождик, что мне не поубивает всех моих подопытных. Ну что ж, поехали. Посмотрим, как это выглядит, как это работает. Мне очень интересно. Итак. И нашу пиу-пиу. Я надеюсь, что ты не раздолбишь мне полбазы. На тебе врага. Ну, звук неприятный. И не сильно так, чтобы бьет. Пока что мне очень понравился этот ган. Во-первых, звук приятный. Во-вторых, оно так пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. И все, и завалило. Прикольная штучка была. Окей, мы доехали до следующего. Это у нас база 5 уровня и стенка 5 уровня. Стенка 5 уровня делается, она уже с обсидианом. Да вы что, у меня даже обсидиан был. И делается по одной штуке. Мне надо еще одну. Хорошо, сделаем вот так. Следующего уровня тоже по максимуму. И следующего уровня тоже по максимуму. Уже 64. Больше. И 5 уровня. Все, на тебе 25. Доволен? Доволен. Наконец-то. Стенка готова. И нам надо сделать базу 5 уровня. Вот их я и буду использовать. Они используют Vibrant капаситоры. Они используют опять эти Octatic капаситоры. Обсидианчик. И сенсор 5 уровня. Это просто оттас какой-то. Нам нужны Vibrant кристаллы. Vibrant кристаллы, стек. 13 штук. А, у меня EMC закончилось. Отлично, отлично. И делаем эти сенсоры. Сколько у нас там? 2 получилось. А у меня что, предыдущих так мало? А что у меня предыдущих так мало? Я просто не знаю, сколько мне их надо, чтобы прям дракона завалить без проблем. Вот. Вот в чем я сомневаюсь. Попадай-ка. Вот теперь, думаю, достаточно. И 9 штучек. 9 штучек, я думаю, будет достаточно нам для этого счастья. У нее вместительность еще больше. Это уже 500 тысяч РФ. 2 слота под аддоны и 2 слота под апгрейды. Аддоны, кажется... аддоны красненькие, апгрейды синенькие. Оно в различные слоты идет. Это хорошо. И забираем награду. Что нам дали? Что нам дали? Легендарную. Смотрите-ка, мы сейчас сумочками прямо обложимся.
И дальше вот пошли эти аддоны и апгрейды. Давайте закончим с пушками. За ними интересно наблюдать. И посмотрим, сколько, кстати, у нас выжрало энергии. Отсюда совсем малость. Итак, следующая пушечка. Следующая пушечка. Какая пушечка? Следующая. Это у нас гранат-лаунчер. О, да, тема. Я люблю гранат. Просто не целишься, пуляешь везде, оно взрывается. О, даже нужны вот эти ключики следующего уровня. Давайте вот этих сделаем побольше. Серьезно? Вот этих тогда побольше. Теперь желтеньких побольше. 60 получилось. 60 это хорошо. 60 это нормально. Теперь нам остались только вот эти стволы улучшенные. У нас и ухудшенных-то нету. Давайте улучшенные стволы по максимуму и делаем пушечку. Пью-пью. И стреляет она чем? Стреляет она гранатами. Гранаты делаются вот таким вот макаром. Несложно, несложно. Совсем. Совсем. Наверное, это было бы лучше показывать на толпе, но мне просто не хочется призывать сейчас всяческого здесь. Давайте просто заценим. Она должна ваншотить. Эй, нифига не ваншотит. Эй, ты вообще не прикольная. Еще и меня дамажит. Уйди, противная. Ай, базу не надо было дропать. Видимо, когда дропаете базу, в ней пропадает вся энергия. Потому что, видите, оно стекнулось с теми, что у меня были в инвентаре. Печально, печально. То, что пропадает энергия. Заберем нашу награду. Нам дали хорошую сумочку. Хорошо. Следующее это у нас релятивистская эта штуковина. Релятивистская. А, все вспомнила. Я не понимаю ее сути. Опять. У нее нету амуниции. Ей не нужна амуниция. И что она делает, это крайне непонятно. Я не знаю, что она делает. Она, по сути, должна телепортировать на себя монстров. Но как-то не очень. Совсем не очень. Во-первых, она какая-то медленная. Во-вторых, непонятно, какой у нее радиус. Смотрите. И что, типа под пол? Эй, вернись. Нормально я тебя заспавнила? Ну. И что? И что мы не... О, она что-то делает. Пям. Она должна к себе притягивать. Вот, собственно. Но смысла я в ней большого не вижу. То есть обычно, ну, если у вас других убивалок, например, нет, одна штука притягивает, другая убивает. Вот разве что так, разве что так. Дроп турет, до свидос, ты мне не понравилась. Итак, что нам дали за эту? За эту нам дали... Оно куда-то само прыгнуло. Хорошо. Следующее это у нас Rocket Launcher. О, кажется, это то, что я бы хотела. То, что мне теоретически понравилось. Теоретически, чисто теоретически. Rocket Launcher, опять солярием. Теперь уже нужны продвинутые вот эти. Просто солярием расходуется здесь. Как пить дать. Давайте возьмем еще. Возьмем. Давайте чем-то покормим. Ну, стеком это будет жирно, конечно. А вот так нормально. Соуляриум. Соуляриум. Можно тогда и доделать вот этих штук. По полной. И делаем нашу рокет. Ей! И амуниция у нее хоуминг рокет. Хоуминг рокет. Это просто рокет. Наверное, просто рокет, да? Давайте попробуем просто рокет. Задание засчиталось? Засчиталось. Сумочка какая? Грейтер. Сюда? Нет? А куда грейтер? Сюда идет. А что ты сразу не хотела? И этих у нас кубиков все больше и больше. Вы смотрите, мы уже полчаса только эти турельки рассматриваем. Даем ей ее амуницию, у нее радиус тоже 9, и выпускаем нашего зверя. Ей! Ей! Это очень круто.
Еще один забег? Дайте. Ей! Очень круто. К сожалению, не ею надо убивать дракона. И что это было? Вот что это было? А, вот оно. Фух. Я уже хотела возмущаться по полной программе. Очень мне нравится. Я не знаю, я вот ее прямо сейчас выучу. Это, наверное, моя будет любимица, которой я буду защищать базы. Потому что вы в курсе, что у нас есть задание защищать базы. Можно я тебя? А, я тебя вот так могу положить. И следующая наша красавица. Это у нас телепортер. А тогда что там-то делала? Вообще непонятно. Хорошо, это телепортер Турет. И у нас на нее не хватает опять сердцевинки. Держи. В общем, она будет телепортировать. Я ее даже ставить не буду. Она телепортирует на себя очень странно. Она не постоянно держит там монстров. То есть они опять начинают отходить. Очень все непонятно и как-то замысловато. Все, до свидос. Награду забрали. И на том спасибо. Лазерная турелька. Вот это уже другое дело. Даже по крафту. Нам нужны уже и стволы следующего уровня. Вот так вот. И вот эти, я не знаю, курок это назвать или как. А ты какой хочешь? Ты хочешь алмазный? А мы что, алмазных не делали? Или все использовали? Вот так, держи. Или еще алмазных сделать. А, у меня тогда солярием кончился. Все, теперь тоже солярием кончился. Ничего не будем по этому поводу переживать. Итак, лазерная турелька. У меня кончились вайбрант кристаллы. Вайбрант. Очень дорогие все рецепты. Мне кажется, что оно того стоит. То есть, веселуха. И чем ты стреляешь, тебе не нужна амуниция. Кстати, на ней еще пишут, что она за один выстрел использует 1000 РФ. Вы себе представляете? Нового подопытного подобрала. Давайте поставим эту красавицу. Должно быть круто. А, здесь у нас еще эти. Должно быть очень круто. Еще. Пиу, 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 пиу. Ну, знаете, как-то мало наносит. Не, ну, я понимаю, что это базовые турельки. Я прям предвкушаю, как вы сейчас в комментариях разойдетесь. Да, надо апгрейды ставить. Да, я сейчас оцениваю базовые турельки. Дропнуть турельку. Мы за задание забрали награду? Нет, вы что? Мы не забрали награду. И она у нас упала туда, куда надо. Все, осталось последнее. Это, собственно, Railgun Turret. Эти турелечка моей мечты просто. И давайте на нее посмотрим. Это Railgun Turret. И что у нас? У нас на тебя все есть. Все, и все закончилось. Две турельки получилось только. А у нее есть EMC. Чё я переживаю? У нее есть EMC, как, собственно, и в этих штуковин. Railgun Turret. Нам надо 9. Раз, два, три. Потому что одна база у нас уже стоит. И какую амуницию она использует? Аммо это Ferromagnetic Sludge. Ferromagnetic Sludge. Вот такие вот маленькие звездочки. Выглядят очень внушающе. Используют у нас темную сталь. Но у них есть EMC. Так что, знаете, плакать я по этому поводу не буду, что они прям такие дорогие. И за один выстрел она использует 50 000 РФ. То есть по сравнению с лазерной, она покруче, ну, поэкономней. Вот, нам нужна жертва. У меня тут бронированный дружочек. Так, я амуницию туда закинула? Закинула. Ну что ж, посмотрим. Ей! Вот это круть. Вы понимаете? Вы понимаете всю мощу этого агрегата? Это просто жесть. Жестичок. Я даже не знаю. Это задание мы выполнили. И забираем наградку. Это у нас легендарная сумочка. И теперь давайте, знаете, пройдемся по апгрейдах. И я подберу какую-то оптимальную комбинацию для этой моей турелечки. Потому что именно ее мы будем использовать. Собственно, нам надо сделать все апгрейды и все эти, как они там называются, аддоны. Поехали. Это у нас апгрейд на точность.
Максимум 4 штуки, я даже не знаю. Я, наверное, я к нему больше склоняюсь. Апгрейд на эффективность. Меньше РФ использует. Это меня не интересует. Апгрейд на fire rate, она быстрее стреляет, ну не знаю, это достаточно быстрое. И апгрейд на радиус, это тоже меня, наверное, интересует, и максимум 4 штуки можно ставить. И scattershot, то есть за один выстрел она как бы два раза стреляет. А вот здесь я уже теряюсь, то ли accuracy, то ли вот это ставить. Вот у меня уже сомнения возникают. Черт. Хорошо, поехали по аддонам. Redstone реактор не сильно меня интересует. Дальше. Damage boost. Вот это интересно. Вот это интересно. Реально интересно. Отложу ее в сторону. Ну, увеличивает урон. Дальше, Solar генератор. Это вы вставляете прям в вашу ту red базу, и она сама себе энергию генерит. Recycler. Есть шанс, что она не заюзает пулю и отгенерирует пулю. Я не знаю. Так как у нас здесь стоит Project E, то это не сильно-то и надо. Хорошо. Turret Concealer. Визуально прячет турельку, когда не видит цели. Я думаю, что это сильно будет нагружать визуал. Ну, вы поняли. И серийный порт. Можно автоматизировать через компьютер крафт. Я вам скажу, это отлично, вот всяческие вот эти апгрейдики. Вот серьезно. Человек, который это писал, он огромный молодец. Хорошо, я, наверное, остановлюсь на Damage Boost. И вот этих двух. Это у нас Range и Radius и Accuracy. Я даже не знаю, потому что вот радиус мне может вылезти боком, по крайней мере в энде, потому что она будет отвлекаться на эндерменов, скорее всего. Смотрите, как выглядит. Это, наверное, вот эти все бусты здесь встали. Давайте я скину лишнее в систему, и мы с вами пооткрываем сумочки. И, собственно, на этом серию можно сегодня заканчивать. Что у нас здесь? Это грейтер. Ну, поехали. Смотрите, какой этот, разнообразие сумочек хламных. Чё влезет в сундук? Стекло не лезет. Ну, хотя бы броньку скормлю. Ой, все. Еще и провода из этого. Хорошо, дальше хорошие. Трубы. Филлер, сердечко. Кстати, Iron Wand. Я их перепросила. Магматик. А, с топленым стеклом. Топленое стекло. Звучит вкусно. Вам не кажется? Грейтер. Это у нас сульфур. Дейблумы пригодятся. Тоже прикольно. Фигня. Вот то, что в флорбах там джелит криотиум и пиротиум, вот если бы где-то в начале это выпало, то есть вы себе представляете, в самом начале игры вы ваш крусибл запитываете пиротиум, а не лавой или там факелом. Вот это круть. Здесь меня просто побаловали. Belt of water walking и speed belt. Кстати, хорошие вещи. У одного даже MC есть. Хорошие вещи, все, не спорю. Вот это ничего так. Смотрите, антиметр-реле и Energy Collector МК-3, это... Я не знаю, дали бы вначале, я просто прыгала до потолка. И карточек отсыпали. Газ Storage, Fluid Storage и просто крутые карточки на хранение. Спасибо. Что-то сумочки начинают меня радовать и радовать. Ну что ж, ребятки. На сегодня это все. Это была подготовительная серия к дракону. В следующей серии полетим к дракону и попытаемся его заковырять вот этими турельками. Я сделаю вайбрант капаситоров, их с собой возьму и, не знаю, что-то будем придумывать, потому что хочу его именно так завалить. С вами была Флешка и всем пока-пока!